Немаловажную роль в процессе обучения студентов играет сессия. Это слово действительно у многих вызывает страх. Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета подошла к вопросу сессии оригинальным путем. Всем давно известно, что одной теории сыт не будешь, и чтобы овладеть полученными во время семестра знаниями, необходима практика. 19 января кафедра интеллектуальной робототехники провела для своих магистров необычный конкурс. Чтобы эти знания были не просто теоретическими, а были подкреплены некой практикой, мы даем им практикоориентированные домашние задания. Одно из домашних заданий построено в форме соревнования, где студент, пользуясь своими теоретическими знаниями, должен построить манипулятор из конструктора Лего. На этом манипуляторе запрограммировать теоретические основы прямой и обратной кинематики, использовать датчики, которые идут в наборе Лего, и, соответственно, решить некую задачу по манипуляции. Участникам конкурса предстояло собрать робота из конструктора Лего. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Студентам необходимо оживить свою конструкцию и запрограммировать на распознание цвета. Два задания, но они очень большие. Первое задание – это просто определение цвета и вывода на экран, допустим, какие цвета. А второе, чтобы еще заданные цвета, нам преподаватель говорит, какой цвет, чтобы он в каждой шеренге его сбивал, а если он не находит нужные цветы, то он просто дальше вот едет. Конструктор Лего выбран не случайно, ведь в первую очередь это дешево, и в случае поломки университет не понесет убытков. А во-вторых, это первый робот, который магистранты создают сами. Лего является для студентов их первым роботом, первым конструктором, с которым работать очень просто. Датчики есть, все есть, все это не очень дорогое, то есть в случае поломки мы не понесем расходы, как несколько миллионов цена серьезного уже взрослого робота, поэтому для студентов это идеальный старт именно Лего. И на самом деле таким же Лего мы пользовались в Англии, когда проводили контрольные соревнования среди студентов по направлению робототехники. Такие контрольные работы проводят достаточно часто. Это позволяет не только научить студентов теории и практике, но еще и наглядно увидеть, кто из студентов хорошо учился в этом семестре. Олег Кашин, Ленардо Влетьяр, Владимир Нелюбин, Универньюз.